Дорогі бойові побратими і посестри. Дорогие боевые собратья и сестры, сегодня, в День вооруженных сил Украины, я благодарю всех, кто делает свою тяжелую работу. Склоняю голову перед вашим подвигом, перед каждым солдатом, сержантом и офицером, особенно перед теми, кто сегодня в огне боев и под обстрелами, в холодных замерзших окопах и руинах крепко держит оборону и уничтожает коварного врага. Именно вы, невзирая на звания и должности, стоите за будущее наших детей. Это то, ради чего мы боремся, не имея права на поражение. Горд за каждого, кто сегодня находится в рядах вооруженных сил Украины. Дорогие защитники и защитницы, уже который год в этот день вместо «поздравляем» вся страна говорит вам «спасибо». Вами восхищаются армии мира, вас боится противник, вас ждет каждый украинец, который находится на временно оккупированной территории, и о вас молится весь наш народ. Украина не сдается благодаря вам. И благодаря вам я снова и снова убеждаюсь, как бы тяжело нам ни было, но точно не будет стыдно. Спасибо за службу. С Днем Вооруженных Сил Украины!